Приветик. Ну что, вы готовы? К разбору моей косметики. Хорошо. В Москве, ну так, нормально. Вчера было тепло, позавчера очень жарко. Так. Сейчас я вам покажу, значит. Я сейчас нанесла сыворотку. Важно тоже носить на шею. Так. Еще вчера я прикупила косметики. В общем, мой консилер. Вот это она. Номер NC15. Не знаю, как вам показать. Короче, номер NC15. Наношу на глаза, на веки. Консилер, причем наношу только пальчиками. Потому что если носить кисточка, то он будет, кисточка будет много впитывать в себя. Также на века. Так. Кого блокнуть? Все, блокнула. Так. Еще какие-то покраснения тоже. У меня пока есть время, я вам показываю. Потом не могу. Так, теперь пойдет тональник. Значит, тональник у меня Dior 2N. Его нужно немного. Вот. У меня есть кисточка. Сейчас. Кисточкой. Твоя скидка Creators Club тоже действует. Подробности акции у персонала магазина. Акция действует до 17 июня. Имеется исключение. ООО Adidas, ОГРН 102-770-010-59-93-121. Покажу вам еще, как я делал контуринг. Кстати, я купила вот эту сыворотку. Она мне сейчас очень понравилась. Перед тоналкой. Важно носить на шею. Кожа у меня нормальная, она не сухая, не жирная. Тоналкой.
Так. Да, мы вчера погуляли. Значит, лоб еще. Warum müsste eigentlich alle Marken dort abkleben, weil das dann eine Werbung ist? Что за сыворотка? Решила попробовать, честно, зашла вчера вот в Natura Sibirica. Сыворотка, перетоналка, не знаю, мне сейчас тоналка очень хорошо легла. Но она, значит, такой даже упаковочки красивой. Мне нравится. Так. Главное везде посмотреть, что тоналка легла ровно. Сейчас будем делать контуринг. Чуть-чуть тоналки я еще оставила, чтобы потом размазать. Контуринг я делаю от NYX. Вот такой темненькой штучкой. Так. На другую кровать я переехала, потому что там удобнее. Немножечко есть такое личное пространство, что там никто не ходит. Так, показываю вам дальше. Сейчас мы будем делать контур. Не знаю, может мне волосы вот забрать. Не знаю, куда резинку дену. Ну так, оставлю. Так, поехали. Носик. И делаем еще вот тут чуть-чуть. Сейчас, мне надо найти резиночку. Не знаю, как я делала. Бабуля сейчас посмотрит в шкафу. Была резинка и... Ну ладно, не суть. Сейчас... Вот эта кисточка, которая наносила тоналку, будем размазывать. Я всегда делаю такими прихлопывающими движениями. Надолго, бабушки? Нет, сегодня уже уезжаю. Так, носик. Нужно, конечно, все размазать, потому что если остаются следы от контурами, это выглядит очень плохо. Так. Теперь после этого я наношу еще немножечко консилера. Но лучше маковского консилера я еще не встречала, потому что вообще мне его Шафеева посоветовала. Я стала им пользоваться, еще вчера прикупила. О, он как раз-таки заканчивается.
Так. Все. Основу, тоналку, контуринг мы сейчас сами сделали. Блин, мне очень нужна резинка для волос. Меня не держит так. У меня нигде нету. В общем. Ну не распутаться, ладно. Сейчас, секунду. Да, я чё сама красится. Всё. Нормально. Теперь, значит, фиксирую я тоналку вот этой пудрой. Еще есть эконом-вариант, это когда вы просто покупаете присыпку для детей. То же самое. Беру кисточку. Наношу, но пока еще не убираю пудру с глаз. Потому что мы сейчас еще будем красить глаза, это все может упасть. Чуть-чуть ловит. Так. Напишите мне, хотите, чтобы я сделала макияж с блестками на глазах или просто какой-то обычный. Я, конечно, люблю блестки. Могу вам просто показать. Так, делаю. У меня есть такая основа для блесток. Сейчас я нанесу. Наношу на глаза. Сейчас размазываю. В этом нет ничего страшного, если она белая, потому что потом будем делать блестки. Почему не отвечаешь на вопрос? Ну, я крашусь. Давайте определимся, крашусь или... Или отвечаю на вопрос, потому что меня просили записать этот эфир. В тональник я сохраню эфир, вы можете все посмотреть. Так, теперь будем делать блестки. У меня есть такие. Такие. Еще я люблю жидкие тени. У меня, кстати, есть тоже жидкие тени. Они необычные. Сейчас я вам все покажу. Еще есть такие. Они причем голубые. Сейчас я найду другие. Может быть, я их потеряла даже. А, вот. Вот беленькие. Я сейчас сделаю беленькие вот с этим, потому что они как раз под мой костюм. Вот они, смотрите. И белые. Так, делаем. Той же кисточкой.
взбиваем. Я научилась сама, сейчас смотрю всякие видосы, вот это, когда мне там было, не знаю, 16 лет, мне просто нравилось пробовать, тестировать, я всегда как бы за. Важно начать своевременное лечение. Используйте Лиатон. Лиатон для здоровья так. И красоты ваших ног. Все, беленькие мы нанесли. Закрываем. Теперь будем наносить вот эти розовенькие. Я делаю немного сегодня макияжа, просто блестки. Это как бы и стрелки, и все. Покажу на свету. Реально из кинчика будто. Ты не знаешь меня, и сейчас прозвучит это глупо, но моя броня на теле при тебе уже не смотрится так круто. Кажется, что мне грозит именно здесь провал. Ну что же тогда тормозит? Так. С корабля на бал. Все блестит. Все блестит, теперь будем делать стрелки. У меня самая обычная подводка, это Essence, вообще она стоит рублей 300, но я ее покупала уже в Швейцарии. Я считаю, что она очень удобная. Когда заканчивается цвет, я еще покупаю дополнительно вот такую подводку, просто макаю и рисую. Вот сейчас таки как раз она вроде не очень хорошо красит. Тип от Марины. Взяли. Вот, теперь делаем стрелку. Стрелки самые простые. Видно вам, да? Сделали линию. Теперь соединяем. Вот. Стрелка. Самое главное сделать вторую точно такую же. Нравится, да? Это просто, очень просто. Сейчас самое главное сделать вторую тоже такую же. Вот, это всегда проблема, поэтому нужно собраться духом. Так, линию сделали. Нужно просто сделать линию от глаз, да? Смотрим на вторую, теперь соединяем. Просто по прямой. О.
сегодня мой хороший день, все получилось. Вот мои стрелочки. Все, сделали стрелочки. Так, теперь рисуем бровки. Это сейчас мои брови, но я люблю их немножечко совершенствовать. У меня карандаш для бровей Dior, очень тоненький, здесь еще щеточка, кстати, мне надо реснички мои склеить. Номер 001, это универсальный. Так. То есть вот мои брови, сейчас мы их немножечко подкоррегируем. Чуть-чуть совсем, нужно очень тонко проходить по бровям, потому что можно сделать такой ужас. Я видела у девочек такие перекрашенные брови, это смотрится просто отвратительно. Нужно совсем чуть-чуть. И вот я люблю, значит, вот здесь в уголках подрисовывать. Смотрите, чуть-чуть совсем. Вот. Еще у меня есть гель для бровей, тоже Essence. Я пользуюсь им тоже, наверное... Наверное, 4 года. Сейчас вам покажу. Просто провожусь им по бровям. Вот. И все. Теперь со второй точно так же. Это сейчас не натуральный мейк, то есть это видно, что я накрашена. Если вы хотите натуральный, просто делайте бровки, какой-то нюдовые тени и блеск. Все. Вот, теперь проходимся. Потом, я не знаю, это просто привычка, я прохожусь еще раз тональной кисточкой, которая в тоналке. Все. Теперь сделаем немножечко теней с вами. Только каких? Может, не надо? Сейчас решим. Я вчера еще ходила, покупала карандаш для губ.
Мы сейчас как раз протестируем. По-моему, продавщица дала мне не тот. Да. Продавщица продала мне вчера не тот карандаш, а я не посмотрела. Обидненько. Ходишь, убираешь. Тебе дают не тот карандаш. Ну ладно. Делаем разбор этого. Значит, сейчас я уберу тональное средство с губ. Специальное предложение. Две вещи по цене одной. Твоя скидка Creators Club тоже действует. Подробности акции у персонала магазинов. Акция вот действует до 17 июня. Имеется. Теперь будем подводить губы. ООО «Адидас», ОГРН 102-770-010-59-93-121-614, город Москва, улица Крылатская, дом... Это было уже какую-то песенку. Не тот цвет, который я хотела, но... Главное его размазать, короче. Немножечко не тот цвет, но неплохо. Я просто покупала уже от Chanel вот этот цвет. Я не люблю, когда уходит в розовый, мне нужен чуть бордовый, поэтому... Главное растушевать. Расстроилась я, конечно, но... Люблю я такие розовые цвета. Это мак. Так что, девчонки, всегда проверяйте, что вам дают, потому что я вчера не проверила. Доверяй, но проверяй. Так, убираем теперь пудру. Сейчас пойдут румяна у нас. Румяна у меня Dior. Это нюд. Номер 06. Да. Главное стряхнуть. Так. Теперь еще сделаем розовенькие. Розовенький у меня Шанель. Номер
17. Совсем чуть-чуть. Так, это мы сделали, это мы сделали. Теперь идет хайлайтер. Мак. А57. Наносик. Еще я наношу на уголки глаз. И над бровью. В следующий раз я смогу вам показать, если вам интересно, значит, красные губы и стрелки просто. Немножечко теней, если вы хотите. Так. Можно, кстати, взять вот эти румяна, которые у меня нюдовские. Кисточка. Кисточка и совсем чуть-чуть около стрелок. Сейчас я вам покажу. Вот так. И теперь нужно это расплить. Вот. И еще можно нанести под глазами. Здесь чуть-чуть. Так, читать без мейка тоже хорошо, очень спасибо. Ну, краситься все равно приходится, правильно? Если уж краситься, так красиво. Так, это мы сделали. Глаза, брови, вроде бы все. Конечно, можно добавить еще чуть-чуть блеска, но я пока не хочу, потому что если будет... Так, все размазали. Вот. Стрелочки. Да, я сейчас еще потом уложусь, но без эфира. И
И все. Можно еще, конечно, тушью внизу. Вам понравился мой мейкап на сегодня? Совсем чуть-чуть. Нет, вам кажется, они одинаковые. Я сохраню эфир. Вы можете все посмотреть. Давайте еще раз покажу. Я там все описала. Так что, ребята, красьтесь красиво для себя любимой. Целую вас. Так, тушь у меня. Последний вопрос. Ив Сан Лоран. Вот. Как вам показать-то? Короче, экстрем. Вот такая вот она. Так что, ребятки, всем хорошего дня. Я пошла фоткаться с бабулей по ее просьбе. Была рада наконец-то разобрать с вами мой макияж. Всем хорошего дня. Целую.